И теперь о событиях дня подробнее. Сегодня врачи приняли важное решение перевести в областной центр младенца, который накануне пострадал в страшном ДТП в Усольском районе. Девочку, которой исполнился всего месяц, на реанимобиле доставили в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу. И теперь за жизнь малышки будут бороться иркутские специалисты. Состояние ребенка по-прежнему остается крайне тяжелым. Врачи пока не делают никаких прогнозов и оказывают всю необходимую помощь. Напомним, девочка ехала в машине вместе со своей мамой и родственником-водителем. Их внедорожник на загородной трассе в Усольском районе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним автобусом. От удара ребенок вылетел из салона автомобиля. Мама девочки погибла на месте. Сейчас в больнице остаются еще два человека, пострадавших в этой аварии. Предполагаемый виновник ДТП и пассажир автобуса. Их состояние улучшилось. Они переведены в обычные палаты. Следователи же продолжают выяснять обстоятельства трагического происшествия. Уголовное дело пока не возбуждено. Полицейские ждут от медиков информацию, насколько тяжелый вред причинен здоровью пострадавших.